Очередь в массажный кабинет растет поминутно. Молва о незрячем массажисте с золотыми руками давно вышла за пределы родного села. О нем говорят, Бахабек у Тимуратов на ноги ставит даже тяжело больных. Он дочери моей помог. У нас правая нога длиннее левой была. Дочь ходить не могла, жаловалась на боли. Сейчас все хорошо, он помог нам. Зрение Бакытбеку Тимуратов потерял около 10 лет назад. После стал видеть руками. Он переоборудовал одну из комнат собственного дома в массажный кабинет. И люди все приходили и приходили. Потом маленькое помещение уже не могло вместить всех желающих. Развернуться помог акимат. По государственной программе занятости 2020 мужчина получил кредит и построил новое здание. Очень много людей приезжают, и в основном издалека. Жена Озен, Жесказган, Атбасар, Шамалган. Сюда приезжают, и им остановиться негде. Поэтому сейчас думаю, что надо еще одно здание строить. Пример Бахбека оказался заразительным. Односельчане тоже начали уходить в бизнес, открывать цеха, мастерские и фермы. Это позволило району сразу выбиться в лидеры. В прошлом году 193 человека в общей сложности получили 555 миллионов 800 тысяч тенге. Все эти люди открыли новые рабочие места. Можно подчеркнуть, что по области именно у нас самое большое количество людей, которые открыли свое дело по программе «Занятость 2020». Работать на себя начал и Мейрамбек Турымбет. Взял кредит на выгодных условиях и расширил свой небольшой на тот момент швейный цех. Под его руководством здесь шьют почти все – шторы, костюмы и национальную одежду. Сейчас думаем расширяться, хотим купить оборудование для компьютерной вышивки, машинки. Заказы в основном поступают из других областей. Если честно, я даже удивлен был, что там знают обо мне. Сейчас эти машинки и дня не простаивают без дела. Мейрамбеку не до отдыха, но он рад, что столько заказов. Раньше семейный доход был небольшим, а теперь помогает даже односельчанам. Скоро на работу планирует взять еще 25 человек.